Добровольная массовая вакцинация от коронавируса начнется в России в 2021-м и, учитывая географию страны, пройдет поэтапно. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вакцинацию грандиозной задачей для властей, но пообещал, что она начнется уже до конца этого года. К вакцинации готовы и в Подмосковье. Это основная тема эфира губернатора, состоявшегося в четверг. Андрей Воробьев рассказал, что прививку можно будет сделать в больницах, поликлиниках, а также в специальных пунктах. К середине декабря в области планируется открыть порядка 90 точек. Тем временем Госдума приняла закон о регулировании дистанционной работы. Он вступит в силу с 1 января следующего года. Документ содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха сотрудников на удаленке. Регламентирует типы дистанционной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.